Вот, вот это. В смысле мне хапать? Вот еще хуел. Голос клипит, по-моему, старый... А, не, не старый микрофон. На сиськи нельзя было показывать, понимаешь? Так, последнее говорите, да? Ну это вообще изи. Сразу. Это вообще изи. Донатим ноги. Опа. А спонсором этого видео... Все вспомню слова, да, что игру смотрят не из самой игры, а из-за стримера. Продолжаем. Там моего было пару. С пулеметом. Я это не смотрела, Сосе. Ну паскуда. Как ее завести? Да зайдите нахуй! Тут топлива нет, алло! Да и похуй, блядь. Сын хуйни, блядь. Как тебя мать Даня назвала, кусок ты дерьма, блядь? Пиздец. Пиздец, он меня отпиздил. Ребята, тут второй босс. Ой, блядь. Скажи ему, блядь, я меня ебу, сука. 6, 4, 3, 2. О, блядь. Найс хайо. Чувак, ты долго не открывал двери, я что-то запаниковал. В смысле? Да блять! Так, у меня падриков мало. Показываю. Ебучая игра. Ебучая игра, ты чё? О! 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 О, блять! Всё! Лин пью. Аниме кайвай. Я тоже как-то раз попался, я не помню, где я ехал, но тоже вроде в общественном или где-то на паре сидел, я не помню. Тоже попался на 11-й, да, больше да, не смотрел. С, именно с этой такой типа темы, да? Да, да, тоже там тихо, я такой погромче делаю, куплю, склоняю. Да, начальник Кайса скажет, что фантастика игра. Хорошо. Я такой, блин. Ебать, получается. А, да, больше да, не смотрел, именно с этой такой типа темы, да? Да, да, тоже там тихо, я такой погромче делаю, куплю, склоняю, потом... Я такой, блин. Ебать, получается. Ну ты, блин, сразу же видно, понятно. Один в один. Опа! Эффект! Конченый, просто конченый. А Джессус даже это не посмотрит, блядь, забанит. Какие же вы тупые девки. Ой, ребята, всем привет. Боже мой. А ты почему это назначил цену? За 500? Да иди ты нахуй, шлюха, блядь. Ты что, дебил? А может ты? Да ты сильный? Да. Можешь ее поднять на руки? Нет, я не боюсь. Давай. Не-не-не, на подиум, на подиум. Ну, 100% подписчик братишки. Тварь, блядь. Мне страшно! Да помогите! Где бы в мой фитнес-зал заходить? Это какая, а? О, интересно, да? Пожалуйста, хорошо. Я пас! Я пас. Молодец! Ты тоже пасуй, и я пашу. Блять, ты давно чан прям выпил, алло! Чё за хуйня? Я ему говорю, дай мне дробовик, он, блядь, берет передо мной кровь, выпил. Чё за хуйня? Так, молодец, так не разговаривай с взрослыми людьми. Вот, ребята, я говорю, дай мне дробовик, он подходит, пьет кровь. Просто доверьтесь. Я не пил! Я не пил! Матерью клянешься? Чё? Сука. Я не пил! Ребята, дрочите! Дрочите обязательно, ребят! Дрочка это топ! Ни разу рандомно. Блять, что мне надо? Я не знаю,
знаю просто, но в моем представлении по телеку они именно так и были. Типа один там играет, и они такие та-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 
платочком там эти частушки. Нет, это ты чё? Какими платочками? Там два мужика были. Я, кстати, я такую, кстати, тоже видела в общем дыме. Сидаун, что ли, нахуя, сука! Так, все, я не хочу играть. Я хуею, нихуя, ебать, вот так, слышишь, братиш? Блядь, ебать, волк нахуй, сука! Блядь! Дедушка, тебе не страшно. Ты играешь в Warcraft, значит сосёшь. Играешь в Warcraft, жопу берёшь. Играешь в Warcraft, бомжам даёт. Warcraft, Warcraft, ты хуй изо рта вытащишь, ты заебал, блядь. Ты разговаривать не умеешь. Ну, заебался так, блядь, на кнопку нажимать, блядь. War of Warcraft, хуета, хуета. War of Warcraft, хуета. Это факт. Да вообще я скажу и то хуета. Ой. Не понял. Заткнись, чтоб ты не понял, блядь. Не понял. Заткнись, нахуй. Вопрос. Не понял, ёбар. Чё? Ничего. Отпусти. Отпусти. Плотика, бля. Бля. Воняет. Блядь. Тебе пизда. Не, я еще не дошла до трейлера. И также с первого заставляет глотать. Бля, тупые флешбеки, тупая. Бля! Слышь, депутат. Иди, иди. Ты что делал? Ты что делаешь? Ты ебанутый. О, это те челы, которые в том году какую-то хуйню утворяли на хат. Валя, вода закипает. Слышишь ты, петух ебаный, ты свои, блядь, ебало завали по-хорошему. Чья мать, парни? Так я сказала, я твой рот выебу нахуй. Чё, мать, мужики, алё, блядь. Слышишь ты, блядь, ты кто такая? Ты ебала твоя завалила? Ты мою мать родишь, я тебя отворот. Слышь, моя, алё. Здорово, видел бой? Я такой думаю. Хуй с моей губой. Чей? Мой хуй с твоей губой? Настоящему мужчине должно быть приятно покупать женщине что-то, платить за нее, но если, конечно, это не основная цель их отношений. Когда вы приходите на свидание... Тогда настоящей женщине должно быть приятно просто мне сразу, после трех свиданий, делать минет с заглотом прям по... Вот так. И не дай бог она, блядь, это не сделает. Вы слышали об сексе? Что? What the fuck? Что он говорит? И нарушили правила межполового взаимоуважения, установленные в исследовательском комплексе. Вот так, вы, да. Вы нарушили протокол. Давайте не шарим. Приятного дня. Уже после стрима сегодня вечерком пообщаемся. Блять. Ай, Мэрин, пообщайся со мной! Что за хуйня, блядь? Что за хуйня? Да, и любой аккаунт Стима подгоню XD. Братишка, блядь! Чё? Блядь, что за твою гада? Правда поменяться? Не знаю. У меня писем между ног, в смысле, биба. Я не баба вообще, я не девушка. Не спрашивайте мне ничего. Сгорел. Блядь.
факту. Я, бля, я не могу. Я ужасно играю, я вообще не могу играть, лол, я вообще... Он еще должен сказать, тупый стрим-снайпер, тупый стрим-снайпер. Вообще не могу, я ужасно играю, 0 на 10. Это не ты там стрелял случаем, нет? Ну ты можешь головой помахать, если говорить не можешь. Я стрелял? Я не стрелял. Ага, ты охотился, господи. Мне... Бля, что он делает? Нахуй он это делает? Лёш, пожалуйста. Я на миллион кабана на стриме разбафал. До свидания. Иди сюда. Иди сюда, чатик. Не хочешь? Нет, придется. Ёб. Ебой. А пасхалка есть? Санчер. Я тоже люблю аниме. Ты аниме любишь, да? В смысле?